Всем привет! Сегодня хочу показать вам несколько наших новых пособий, которые были куплены в Ашане. Мне очень нравится выбор там развивающих пособий, всяких книжечек для деток. И каждый раз мы стараемся что-то прикупить обязательно. В этот раз мы купили вот такую математику и логику. Это деткам от 4 лет. Ну и на возраст постарше. Здесь задание по математике и логике. Автор этого пособия Федиенко. Я не буду подробно останавливаться на нем по той причине, что в ближайшее время я сниму видео о полном комплекте книг этого автора. Ну, у нас, по-моему, 8 или 9 книг, покажу все их, поэтому там уже более подробно на нем остановимся. Еще взяли вот такую маленькую книжечку с наклейками. Это судоку для малышей от 6 лет, 126 наклеек. Внутри есть вот такая вкладка с этими наклейками. Судоку усложняются на каждой страничке, с каждой страничкой все более требует от малыша концентрации и внимания. И, в общем-то, только из-за этого я и взяла эту книжицу. И чтобы она не стала одноразовой, я хочу вот эти вот наклеечки заламинировать, разрезать на такие карточки. И можно будет эти задания выполнять не единожды. Возможно, даже с друзьями ребенок сможет это делать там на время, на скорость и так далее. В общем-то, можно по-разному обыграть. Хорошая книжечка. Потом мы взяли вот такую большую раскраску. Это целый плакат 40 на 60. Это довольно плотная бумага. Мне очень понравилось качество. Обычно бумага в таких плакатах значительно хуже. Раскладывается на 4, получается, А4. И в общей сложности это будет вот такой большой красивый город, который нужно раскрасить. Можно на стенку повесить или на полу раскладывать и коллективно раскрашивать. В общем, хорошая книжечка тоже. Первые шаги в школе. Здесь это такая вот уже у нас последний год перед школой, поэтому такими пособиями мы запасаемся, и ребенок занимается. Поскольку мы печатные буквы писали, это пособие я взяла из-за наличия прописных, строчных букв. И здесь интересное задание, которое, я думаю, что ребенок будет выполнять с удовольствием, потому что они все разноплановые, и, в общем-то, достаточно такие, ну, интересные. Что здесь есть? Алфавит, счет, просто интересные какие-то задания, уроки рисования, английский, всякие лабиринтики, прописи, кроссворды, ребусы и головоломки. И взяла еще вот такую книжку, естественно, это не для сына, а мне она нужна для работы с девочками. И она мне очень понравилась, здесь очень много хороших идей. Если вы мама дочки, обязательно обратите внимание на такое пособие. Оно развивает хороший, помогает развивать хороший вкус. Для девочек, я думаю, что такие книжечки, они будут очень интересными на любой возраст. Я думаю, начиная там лет с 5 и до 10, а может быть даже и старше. Замечательное пособие. Вот так оно выглядит. Такой альбом. На этом все. Увидимся в ближайшее время. Не прощаюсь. До новых встреч.